Всем привет-привет! Мы продолжаем заниматься домом. И сегодня мы начнем с того, что... Здесь у нас в комнате одна розетка. Короче, застройщик немножко... Застройщик решил, что в каждой комнате одинаково. Там есть две розетки. Пристенные розетки, якобы между будущей кроватью. Есть на стене одна розетка электрическая, RJ45 это интернет-розетка, и кабельная, которая, в принципе, наверное, уже никто не использует. Больше? Ничего нет. Больше розеток нету. Хозяйка решила, что... Мало. Мало. Розетков мало. На эти техники очень много. Да, техники много, розеток мало. Поэтому сейчас мы от этой розетки, скорее всего, спустимся куда-то. Да, и по... Ну, не по углам, но примерно вот так вот. Сейчас... Бери вон карандаш. Зачем? А ты отметил сколько? Надо... Ты просто поставь эти крестики плюс-минус где. А я сейчас... Ну, он же одинаковый. Зарядить перфоратор с коронкой. Ну, 60 сантиметров, мне кажется. От стены? Да. Ну, и сделаем разводку. Ну, 80, может, и не надо 60 там сделать, да? Ну, вот так плюс будет. Так. Как-то вот раз. Все, да? Да. И как-то. Два. Отлично. Сейчас заряжаем, делаем дырки. Да. И сразу же вставляем туда. Да, и во все комнаты так же. Под розетники. Только надо придется еще делать разбор. Вертикальный отпуск. Ну, долбить стенку. Ну, так вот. А вот так посередине. Ну, от розетки. На параллель, да? Хорошо. Ладно, погнали. Давай. Один готов. Почти. Лопатой быстрее будет. Идем плавно ко второму. Перфоратор. Ой. Надо отдать должное, что перфоратор этот немножко плюс-минус хотя бы дохловатенький. Он не для таких суперцелей. Дырочку просто рыть, да, но это же не бурмашина. Короче, мы попробовали перфоратором. Перфоратором долго. Да перфоратор просто маленький. Ну а большие нам покупать смысла нет. У нас таких сверхработ для бормашины нету. Поэтому мы решили, что пылесос, какой-то круг и болгарка обыкновенная. Сейчас будем пробовать сделать что это. Попробуем сделать это немножко по-другому. О-хо-хо. Короче, мы перед тем, как вставлять розетки и совсем их заштукатуривать, насовсем, обнаружили, что... Да, ну, в принципе, до этого-то в глаза бросалось. Видимо, когда монолитную плиту заливали, потом стенки ставили же, разумеется, на раствор. Ну, внизу есть небольшие наплывы раствора на пол. А так как завтра приедет уже кустилки ламинат, ага, решили, чтобы потом не испытывать трудности всевозможные, пробежать перфоратором, лопаткой по периметру всех комнат. Все это быстренько позбивать. Там совсем чуть-чуть, но тем не менее. Ну, все как всегда. Где? А, ну, видимо... Перфоратор его пропустил. Сейчас. Да, я хочу как бы глупо. Да, смотри. Надо немножко, наверное, уже где-то закрыть, чтобы у меня было. Сквозняк? Но, сильный. Мы. Фу, блин, тяжелая, правда. Мы дошли до сборки ванны. А пришли мы к ней, потому что часть розеток. Короче, мы во всех комнатах замазали розетки. А она сохнет. Много, да? А здесь слишком много провод. Вставляешь, там выходит, тут вставляешь, там выходит. Мы решили подождать, пока одна часть схватится. Он там да, по уровню все стоит под розетник.
Поэтому пока что плавно переходим непосредственно к сборке ванны. Сейчас открыть все, что у нее идет в комплекте, так как ванны до этого мы особенно не собирали. Один раз. Один раз. Один раз. Вообще все просто. Просто ничего не понятно. Закладная. Куда она была? Под этот? Под каркас? Сюда? Нет. Это и... Подожди. Тут вообще не разобраться. Ага. Нога. Нога. Накручивай. Короче, мы конструктивно немножко от некоторых элементов избавились. Они нам будут мешать собрать в конечном итоге экран под ванной, так как мы его сами будем делать. О, да. Слушай, есть вариант попроще. Если ты хочешь померить уровнем, то это надо было делать не вот так, а вот так. Вот так. Вот сюда. Ага. Что-то мне подсказывает. Короткая. Почему короткая, Вань? Она выше. Выше. Значит, надо ногу брать другую. Короткую. А у нас есть? Есть. Ладно, нам остался последняя лапка. Закручиваем сейчас последнюю ножку. Давай. И понесем это чудо устанавливать на место. Итак, ванну мы поставили. Осталось зажать ноги в ванне. И можно прикручивать смеситель. Он же керамини. Силиконий. Пойдем. Единственное, что вот ты вот ногу зажимаешь, и что мы с ним будем делать мы потом? Что? Ногу потом уже отпилим эту? Кого? Лишние штыки? Ногу. Какой? Нам-то она на ногах мешать будет. Какая? Вот это. А, так я потом это не суть важна. Нога будет мешать, потому что для вот этого вот каркаса. Да-да, есть такая песня. Ну, одна вот этот каркас еще будет служить, мне кажется, лучше, чем та нога. Ну, они какие-то такие вот хлипкие. Прям вот вообще никакие. Ну, рассчитано, конечно, все. Ну, блин, не знаю. У нас в прошлой ванной было короче намного. Ну, все такая. Ее надо пристенно больше пристреливать, мне кажется, будет. Ну да. Мы ее замажем, сейчас все повесим, а потом сделаем ей. Что мы сделаем? Как он называется? Кого? Экран? Экран из плитки сделаем. У нас осталась как раз плитка. Вот, кстати, каркас, когда мы возведем из плитки, она станет более устойчивой и крепче будет держаться, мне кажется. Да, потому что, во-первых, пристенно пристреляешь здесь. Угу. Так, где-то там еще посередине. И еще одна нога в конце. Есть там, да. Набор конструктора. Дети играют в Лего, а папа играет... Тортиру. Так, ванну мы практически поставили. Осталось собрать вот это вот все в одно единое, да? Кругляшок, кругляшок. Ну да. Так, что-то должно одеваться сюда. Или сюда? Ну, куда-то должна быть. Лучше по инструкции. Снова, да? Поехали. Та-та-та-та. А это зачем? Вот это труба. А зачем? Ты только не говори, что там много лишних деталей. А, все. Вот, это, подожди, это перелив. Все правильно. Нет. Что, второго эффекта не переживем, да? Да. Надо было водичку заранее. Спусти. Ну, я в туалете слила. Может, да, она... да, теперь тоже. Какая разница, когда все вокруг залито. Залило. Да, телефон даже мокрый. А там тю-тю. Ау. Да, но первая была... Все. Вот она, все в воде, короче, стоит. Ой, даже папка мокрый немножко. Но зато принял душ. Да. Есть такое дело. Ладно.
Давай собирать. Одели все камеры. Я с собой разговариваю. Завтрак. Итак, ванну, как я уже говорила, мы поставили. Поставили даже кран. И даже идет водичка у нас. Вот так шумит. Вот. Ну, позвонила бабушка и сказала, что за детьми она у нее не получится. Поэтому мы все оставляем и едем. У нас тут вот летающие двери. Вот. Так что едем пока домой, все оставляем. Завтра приедем, будем доделывать. День следующий. Лестницу расклеить, отмыть, пока она нам вообще не нужна будет. А то она чуть-чуть в клею. Мы приехали с самого утра. Дофуговали черную плитку снизу, где у нас не было. С боков, где шов немножко ушел внутрь. Купили сегодня для крана новые эксцентрики, которые были покороче, чтобы смеситель у ванны был красивый, в упор к стене. Чтобы это выглядело примерно вот так вот. Все заподлицо, никаких пробелов. Сейчас звонила доставка. Нам должны вот-вот в течение часа привезти наш ламинат, наши двери, подложка под ламинат, гипсокартон, которым нужно будет подшить потолки. Бо, это такое себе. Вот. Так что работы на сегодня хватает. Привезут профиль, из которого к той же ванной мы хотим снизу делать экран, как и говорили ранее. Вот сегодня, может быть, тихонечку, сейчас быстренько соберем экран. Его собирать не особенно затруднительно. И, может быть, сегодня получится еще начать укладывать. Ты думаешь, нет? Я думаю, что нет. Если не настолько? Если ты делаешь экран, это будет лучше. Да? Да, вот они как будто бы специально делают, специально, чтобы покупали именно заводской экран, который худой, как не знаю что. Да. Вот, поэтому конструкцию придется немножко видоизменить. Многие сделаем более утопленные. Да, многие придется сделать более утопленные.
Мы пересобрали весь каркас. После того, как отпилили ноги, все поставили, отмерили. Заподлицо теперь с кромкой ванны будет плитка. Осталось это сейчас все прикрутить и плитку намазать. И все. Экран готов. Вот каркас дольше собирали. Ну да. Ты можешь чуть-чуть туда этот гипс сдвинуть, чуть-чуть, чтобы здесь зазорчик был между открывающейся штучкой этой. Вот так, все, миллиметр, да. Все, круто. Сейчас будет выдавливаться. Так, отлично. Раз. Теперь вот от низа. Где этот, как его, поролон с водой, да? Кто? Губка. Снизу дом надо убрать. Я же от низа тяну. И от края вот. Так, я от бабушки ушел. А туда крестик надо будет ставить. Куда? Ну, или тоже к римешке. Нет, лучше крестик. Ну, или крестик. Где ты делаешь? Вот. Ну, да, там крестик. Кто-то тут навозил мне уже. Ну, не говори. Вот это, наверное, тоже надо с края чуть-чуть стереть. Хотя, вот так. Все, давай вот это вот. Она тут перемести, немножко, ну, приклеим туда и с силой надо поднимать. Еще. И по соседству. А тут клин выехал даже. Надо поглаживать крестики, наверное, с ним потом. Крестик раз. В упор ложи. Сейчас. Вот здесь есть крестик. Вот крестики лежат. Ложи, ложи. Раскачаем, да? Так, вот что у нас получилось в прошлый раз. Сейчас мы будем все это где наша киянка? Где киянка? Дверь открывается. Это хорошо. Грунтовали, остается самое простое, это пол погрунтовать.
работы закончили, погрунтовали весь пол, стены. Следующий этап будем ложить ламинат.